В практику высшего образования все успешнее внедряются методы кибернетики. Белорусский государственный университет. Здесь в память ЭВМ введены обучающие программы по нескольким предметам, разработанные наиболее квалифицированными преподавателями. Сейчас в автоматизированной учебной комнате идут занятия по химии. Прежде всего, студент сообщает вычислительной машине свое имя, фамилию, собственную оценку степени подготовленности. И начинается диалог. ЭВМ предлагает задачу. Нажатием на клавиши машине сообщается ход решения, все необходимые величины и задание произвести вычисление. ЭВМ сделала подсчет. Но ответ неверен. Компьютер отмечает это и подбирает наводящий вопрос, чтобы студент понял, где он ошибся. Студент отвечает. 2. Вот это правильно, отмечает машина. Два. Тоже верно. Машина подбадривает собеседника и задает новый вопрос. На сей раз ошибки, видимо, не будет. А если она случится, машина выявит, чего еще не знает студент, предложит новые задания, выполнит работу терпеливого репетитора. Известно, что у разных людей разная быстрота восприятия, разный уровень знаний и способностей. ЭВМ ведет диалог в том темпе, который наиболее подходит именно этому человеку, как бы приноравливается к нему. Так применение вычислительных машин позволяет совместить массовость обучения и высокую эффективность индивидуальных занятий.